Столкновениями с полицией закончились протесты против открытия центра для беженцев на востоке Германии. Несколько сотен человек заблокировали подъезд к зданию. Их попытались разогнать слезоточивым газом. В ответ из толпы полетели камни, бутылки и петарды. Есть пострадавшие, причем с обеих сторон. Ситуация с мигрантами в Германии стоит особо остро. И хотя подавляющее большинство беженцев из Африки и из Ближнего Востока получают отказ в предоставлении убежища, они все равно остаются незаконно. Свободно перемещаться им позволяет отсутствие пограничного контроля между странами Шенгенской зоны. ФРГ из нее может выйти. Такое заявление сделал германский министр внутренних дел именно из-за нелегальной миграции.